Приветствую тебя, о, взламывающий игры на PC. О, приветствую тебя, о, взламывающий приставки Sony. О, Джин, надеюсь, еще не заросла тропа, по которой ты ступаешь в торговый дом Time. О нет, мудрейший и проницательный мух. Ну тогда давай вещать о новинках на PC. О, да будет так. О, внимание, продолжение бестселлера KM17, Worms, Armageddon. Это новая стратегическая игра, совмещает все лучшее, что было в Worms 2, и огромное количество нововведений и улучшений. Появилось новое оружие, такое как аква-овца, землетрясение, огнемет, вонючка-скунс, суицидальная бомба. Также появились новые анимации, оружие, эффекты и мелкие детали. Разрешение до 1024x768. Также новые режимы игры, гонки овец, эвпаназия, да и матч для одного игрока. В общем, пришел червиный конец света. Вот, наконец, я и убедился, что ты вырос и больше не играешь в пирамидки и улицы Сезам. О, ладно, Муха, не будем о прошлом. Лучше поговорим о настоящем. Тебе слово. Игра называется VN Грецкий 3D Хоккей 98. Эта игра нисколько не связана с грецкими орехами, и я так и не понял, почему ее так назвали. В общем, это прикольный спортивный симулятор игры хоккей. Бегают большие мужики с палками, колбасят шайбу и других мужиков. И все это под супер громкие крики комментаторов, которые со своим голосом вытворяют ужасные вещи. Все реально даже с состава команд. Есть даже красава русская ракета, Пашка Буре и другие монстры из России. Эй, зрители, вы видите у меня в руках диск Worms Armageddon? Дай. Этот диск может быть вашим, если вы ответите на вопрос. Какая самая похоронная фамилия в игре «Грецкий хоккей 3D»?